Ну, мне страшно. Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно. После каждого практически интервью, когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, которое бы ты хотел загадать, единственное, что я просил, это чтобы не было войны в мире вообще. Потому что я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. Я не могу это понять. У меня не укладывается, к сожалению. Я пытался, наверное, как-то что-то себе объяснить, но я не нахожу ответов. Потому что каждый день ты это все видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности вот этого всего, что происходит. Мне стало очень тяжело еще. И моей супруге очень тяжело стало. И мы поехали. И что тебя именно не устраивает в том, что происходит сейчас в России? Блин, ну ты... Очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. И это и есть проблема, одна из больших проблем, что сейчас в России.